Джигиты повсюду тут стали, позанимали позиции, все сюда капают. Ну а мы что? А мы пойдем проверим окуньков. Welcome back, дамы и господа мормоны. Идем проверять окушков. Времени 15 часов. У меня 2 часика. Попробуем за 2 часика поймать немножко окушков. Сегодня со мной синий файндер с тестом до 1,3 грамма. Шнурочек второй по Японии. Ну и попробуем. Если здесь какой-нибудь послеобеденный активный рыб, который бы ел бы наши приманки силиконовые. Гали-гали. Увеличил груз. Добросил до рыбы. И получу поклевочку. Кушочка. Вот такого замечательного. Красивого колючего полосатика. Хопа. Давай, давай. Иди сюда. Арям-пам-пам. Поменял приманочку вот на такую. Клюнул окушок. Еще один такой же небольшой. А, колючки свои расправил. А, у кого? Засранец. Сидит. И хорошо взял. Давай, где ты там? А, воткнулся в небо рыбе. Ладно, идем дальше. Мелочушка. Чуть такой же. Может, чуточку крупнее. Худые, длинные. Вы чё, не отъевшиеся-то? Осень, жор. Малёк. Ням-ням. Чё такие худые-то? Капец.
что там? Все такие, что ли? Худые, маленькие, длинные. Добрал. О, вот это уже наш размерчик. 250 граммчиков такой хороший. Если подниму, если он во время подъема не брыкнется. Опа. Ну ладно, 200. Нету тут 250. Ну, доберет какой толстый. Обрубок звон, короткий, звонкий. Все поклевки сразу чувствуются, как рыбка пробует. Что тут? 1,50 м обломанной палки без вершинки, без тюльпана, без одного раннинга. Сразу же все чувствуется. Да. Сломал сегодня на рыбалочке. Решил утяжелиться. Поставить больше положенного веса, но во время заброса шнур обернулся вокруг раннинга второго или какого там первого после тюльпана, и все. Все нахуй сломал. И сделала свое дело 2-граммовая чебурашка. Сломала вклейку 0,5 миллиметра сразу же. Но мы не расстраиваемся, ловим тем, что есть, тем, что осталось. Давай. Доедай. Так, поклевочки прекратились. Поставил на наминошечку. 1,6 дюймика в оранжевом цвете. Поменяем тип приманки. Блин, танты жалко с собой нету. Танта хорошо тоже всегда работает. Ну, попробуем на наминошкой активной приманкой. Расшевели тех, кто перестал клевать. Ну, походу, все. Стайка, которая была, вся наколотая, остальные распуганные. И надо идти искать дальше. А идти, блин, уже времени нету. Есть. Наверное, совсем малыш какой-то. Да, в общем, остались здесь на точке только малышочки. Еще один такой же.
Ладно, все, времени нет у меня, время 17 часов, надо мне бежать. Вот за 2 часа что мы успели? Сломать палку за первый час ловли, потом половить окушков. Нашел точку не крупненьких, правда, не бонусных, но тем не менее. Ну и в общем-то все. Все, разнообразили рыбалочку. С прудов карасиных выскочил на Неву на пару часиков. Ну, в общем, как-то так. Ну, ничего страшного, в клейку можно заменить. Все это чинится, ремонтируется. Все это не смертельно. Все это нормально. В общем, все, ребятушки, до новых встреч. Пока-пока.